Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова будет закупка из магазина Лента. Получилось в этот раз у меня где-то на 9800 с хвостиком. У меня скоро у старшего сыночка день рождения, поэтому были кое-какие покупки еще, ну, в основном напитки к дню рождения. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, вот такая вот достаточно большая закупка. Там кое-что еще с бытовой химией у меня закончилось, как всегда. У меня получилось. В общем, давайте все по порядку. Начнем с мяса. Точнее, с рыбы. Вот такая форель радужная. Одну штучку взяла по 390, ну, считайте, 400 рублей за килограмм. Вот, на полкило у меня получилась маленькая. Потом взяла скумбрию непотрошенную. Правда, видите, из замороженного сырья она по 219 рублей. Мы ее будем коптить в коптильне. Так, дальше свиной окорок, вот такой кусочек по 316 рублей за килограмм. Дальше фарш свиной, вот такой по 289. Я покупаю готовый фарш, и у меня все хорошо. Также фарш говяжий, вот такой по 369 рублей. Дальше у меня здесь вот такие охотничьи полукопченые колбаски. Уж больно они аппетитно выглядят, решила взять. Сыр вот такой взяла в этот раз, большую прям целую головку. Вот он у нас получается на килограмм где-то, со вкусом топленого молока шарик. Так, также у меня здесь карбонат вот такой лентовский. 300 грамм получается. Сардельки вот такие снова взяла. Кстати, вот этой марки очень вкусные сардельки. Так, дальше здесь у меня молочка, молоко, как обычно. 10% сметаны не было, поэтому взяла 15. Вот такой клевер. Дальше у меня здесь кетчуп. Вот этот мистер Рика нам, кстати, очень нравится. Он действительно вкусный, не уксусный такой. Также взяла вот бутылочку шампанского. Вот такого, как я уже говорила, у меня день рождения скоро у сына, 2 октября. Так что поэтому немножко тут подкупила. Дальше еще из соусов у меня вот такой взяла махеев кисло-сладкий. Тоже очень вкусный махеев. Вот эти вот всякие соусы, кетчупы тоже нам нравятся. Дальше макаронные изделия взяла вот эти. Ну, обычные, это на суп. И вот такие вот бантики у меня. Очень любит младший сынок вот эти бантики, поэтому взяла. Так, также взяла вот такие хлебцы погрызть. У меня, кстати, дети их любят вместо хлеба иногда кушать, так что вкусные. Я здесь также не могла пройти мимо, не купить своим мужчинам вот эти лепешки лентовские. Одна из них это сырная зелень с чесноком. И вторая просто сырная, вот такая. Видите, 80 рублей она получается. 80 рублей это 212 грамм. Да, дороговато, но выпечка, по крайней мере, в нашей Ленте очень вкусная, нам очень нравится. Также у меня здесь хлебный дом, тостовый хлеб, от Каравай столовый хлеб, мука вот эта предпортовая. Беру, какая подешевле. На самом деле, вот Оладушкин вкусная, ну, хорошая мука, и предпортовая вот это тоже хорошая мука. Так, дальше у меня здесь пошли фрукты. Взяла дыньку вот такую по 34 рубля торпеду. Она не очень такая мягкая, но она у меня полежит в кладовке и станет вообще супер вкусной. Также взяла персики вот такие по 199 рублей. Ну, сезон уже заканчивается, уже, я бы сказала, закончился, но хочется еще, так сказать, себе продлить немножко лето. Поэтому еще нектарины вот такие по 119, ну, считайте, 120 рублей. Яблочки, как всегда, вот эти гала, тоже, кстати, вкусные, по, ну, считайте, 75 рублей за килограмм. Дальше виноград кишмиш по 104 рубля, вот, за килограмм. Ну, кишмиш у меня детки очень любят. Также здесь груши конференц по 149, ну, считайте, по 150 рублей, вот кило 200 взяла. Здесь у меня мандаринки, упаковочку взяла, бананы, как всегда. Бананы у меня ребенок берет в школу, когда не остаются на продленку. Ну, все детки идут завтракать, он у меня бананчик кушает. Вот. И когда остается даже на продленку, тоже даю ему что-нибудь с собой и плюс банан. 84 рубля за килограмм. Дальше у меня здесь
капусту. Взяла вот такую хорошую капусту по, ну, считайте, 20 рублей за килограмм. Дальше картошечку вот такую вот, очень она такая хорошая, прям по 40, ну, считайте, здесь 45 рублей за килограмм, но хорошая картошечка. Дальше у меня здесь лимонады к дню рождения, пепси, 7-Up, соки, естественно, гранатовый, апельсиновая манго, кстати, очень вкусная вот эта апельсиновая манго, я сама его с удовольствием пью. Яблоко и вот такой рождественский микс. Ограниченная серия. Ну, кстати, тоже вкусно, я его как-то покупала. Так, яйца. Взяла вот такие сидяинские, 30 штук, цен 0. Дальше, вот это кофе. Это кофе, кстати, нравится очень моему мужу. Вот это лаваза, правильно так, по-моему, называется оно. Его, кстати, тоже очень многие хвалят. Он был по акции, так он достаточно дорогой. По акции что-то 800 рублей где-то он стоил, поэтому сразу взяла 2 упаковочки. Так, дальше здесь у меня 5 килограмм сахара взяла, ну, сразу, чтобы по маленьким пакетам не брать. Еще маленький пакет у меня часто бывает рвутся. Так, здесь, да, я думаю, девочки поймут. Дальше у меня зубная паста. Взяла, как обычно, сплат, только вот такую в этот раз. И взяла, что-то решила, как что-то как-то разнообразить, поэтому решила взять еще вот такой Colgate максимальный блеск. Вот, не знаю, попробуем. Дальше взяла таблетки для посудомоечных машин. Очень мне нравятся вот эти лентовские, ничем не хуже. Вот, я не помню, как уже марки, которые такие достаточно дорогие, там 1000 рублей упаковка на месяц, по-моему. Вот лентовские вот эти вообще ничем не хуже. Правда, я еще взяла сейчас, сделала заказ, Faberlic попробую таблетки для посудомойки, но вот эти все равно взяла на всякий случай, потому что так бывает такое, что их не бывает в ленте, и поэтому, когда вижу, все время беру. Про запас, они, как говорится, кушать не бросят, поэтому пусть лежат. Также я сейчас заказала Faberlic кондиционера, но пока поеду за заказом, стирать-то нужно, поэтому взяла еще вот такой маленький Lenor, и вот это 365 дней, тоже говорила, стираю всякую ерунду. Вот такие салфеточки в коробке взяла, и вот эти влажные, универсальные, тоже лентовские, очень нравятся, они очень классные, не высыхают вот за счет вот этой крышечки. И, ну, классные салфетки, они у меня и на кухне, и, в общем, на туалетном столике, везде вот эти, обожаю их. Здесь, кстати, 70 штук в упаковке, стоят они недорого. Ну, и котам упаковку вот такую сухого корма, ну, и всякие тут, как всегда, Феликс, всякие пакеты. Так что вот такая вот у меня закупка получилась, сейчас покажу чек. И вот показываю чек, постараюсь помедленнее. Это вот лимонады, набор такой получается, акция была. И сумма составила 9845, скидка 3841. Еще забыла показать мороженое, оно у меня было по акции. Я очень сильно извиняюсь, потому что когда приехала, я сразу бросила его в морозилку, побоялась, что оно разморозится. И туалетную бумагу. Но с туалетной бумагой, я говорю, я всегда, особенно, знаете, когда заходите в ленту, там обычно, где вот только входишь, там обычно всякие такие, ну, то, что по акции. И если там лежит туалетная бумага, то я ее 100% возьму, неважно, нужно мне это или не нужно, я ее все равно возьму. В общем, так всегда у меня бывают запасы, потом какое-то время не покупаю, потом опять снова покупаю. В общем, как-то вот так вот у меня происходит.
Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. Как вы видите, она каждый раз по-разному. Хватает мне примерно на неделю, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Все зависит от обстоятельств, все зависит от того, сколько у меня людей сейчас находится дома, приезжают ли ко мне какие-то гости или еще что-то. Все по-разному каждый раз. Я думаю, что все как у всех. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.